Инициатором данной встречи стал ветеран Отечественной войны народа Абхазии Астамур Зантария. В своем послании, размещенном на странице Facebook, он призывал собраться для открытого разговора всех ветеранов войны, чтобы обсудить жизнь инвалидов, их обеспечение как материальное, так и медицинское. Все свои вопросы участники акции адресовали главе правительства. Проблемы, которые вы поставили, которые можно снять очень оперативно, вот это я сейчас обозначил, обричну, хазаса, рачкун, фехаганя, выходи, алфу. Эти вопросы, которые снимаются за сутки, если они стоят. Я сейчас вернусь, вопрос. Выясню, я сниму этот вопрос. Вопросы жилья очень остро стоят в нашей стране. Речь идет и о молодых семьях, и о семьях инвалидов войны. Эта проблема руководству страны уже известна, и как раз сегодня подписано распоряжение о выделении 6 квартир самым нуждающимся инвалидам войны. Возможно реализовать короткие сроки. Бывает, к сожалению, ходатайства, которые направлены на улучшение жилищных условий в таком бы скоротечном варианте, не всегда получается. Поймите, что-то должно пройти какие-то процедуры, где-то должно условия, но не за один день найти. Так я вот сейчас еще раз говорю, вот даже те квартиры, которые мы распределяем, эта информация не секретна, я ее готов опубликовать. Среди этого списка вы найдете своих ребят, с кем вы воевали, ветеранов войны, молодые семьи, дети ветеранов войны. Там нет никаких, знаешь, в списках людей, которые случайным образом попали. Эти списки формировали ветеранские организации, такие же ваши боевые друзья, боевые братья. Участники акции не обошли своим вниманием и вопросы сельскохозяйственной сферы. Ветераны войны поведали главе правительства о сложностях, которые то и дело возникают у жителей сел, людей, желающих производить сельхозпродукцию и работать на земле. Что касается обеспечения медикаментами, то здесь тоже есть серьезные проблемы. По словам собравшихся, долг перед Абхазформацией уже превысил 20 миллионов рублей, и брать далее препараты в долг нет никакой возможности. По словам собравшихся, долг перед Абхазформацией уже превысил 20 миллионов рублей. Брать далее препараты нет никакой возможности. Во внебюджетный фонд инвалидов отчисляется 1,5% налогов, в то время как в другие структуры 2% и более процентов. Эти выплаты частенько задерживаются. Вот и получается, что инвалиды войны зависят от средств, которые не всегда есть. Размер пенсий тоже не менялся уже много лет, в то время как увеличивается прожиточный минимум, цены на топливо и продукты. Борцец пообещал разобраться в каждом вопросе и дать ответ на каждый из них. Чтобы впредь у защитников Абхазии не возникало вопросов, глава правительства предложил ввести представителей ветеранов в состав комиссии, которая была создана для решения подобных проблем. Нисфарш, Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение.